Сургутяне побывали в Африке. Увидеть слонов, жирафов, познакомиться с яркими представительницами народа стало возможно в культурном центре «Порт». Именно здесь открылась персональная выставка Марии Волгиной. Ее работы посвящены африканским мотивам. Какие сюрпризы ждали посетителей, знает Юлия Бабенышева. Здесь у меня вот какой-то, я не знаю, трепет такой, любовь к этим глазам. Каждой детальке я ее прорисовывала. Сургутская художница Мария Волгина о каждой своей картине рассказывает с трепетом и теплотой. Первая из цикла солнечных работ была написана 6 лет назад. Я испытала такое чувство, у меня прям кровь забурлила, можно сказать. И после вот этой первой картины, что вот меня так это вдохновило, не знаю, вот эта нежность и, с другой стороны, дерзость какая-то, наглость, может, даже, да, вот этих женщин африканских. И одна за одной, вот мне прям хочется их рисовать дальше и дальше. Совершить путешествие в Африку удалось пока только мысленно. Художница отмечает, если выпадет шанс туда поехать, она его не упустит. Вдохновляется Мария увиденными фотографиями. В работах она экспериментирует с текстурой. Дополняют образы объемные серьги, броши с натуральными камнями, стеклярус. От этих картин я в восторге. Мне очень прям они отзываются и энергетически, и эстетически смотрится очень все красиво. Вообще нравится и сама техника, и цветовая гамма. То есть все от и до мелочей. Нравятся работы и отзываются рассказы автора картин, то есть ее путь. Признали работы Марии не только в Сургуте, но и в других городах страны. Например, ценители искусства из Петербурга уже приобрели для личных коллекций 3 картины. Гости выставки могли получить один из портретов в подарок, правильно ответив на вопрос. На этом сюрпризы не закончились. Настроиться на нужную волну помогала школа-студия «Всем по барабану». Музыканты провели мастер-класс по игре на африканских барабанах. Эти инструменты – важная часть большинства религиозных и светских церемоний Южного континента. Завершилась творческая встреча мастер-классом от Марии Волгиной. Художница поделилась секретами написания портретов. Чтобы получилась объемная голова, делаем такую радугу, да, мазки как радуга. Солнечная Африка доступна сургутянам в культурном центре «Порт» до 11 апреля. Наступила весна, но, мне кажется, у нее пока недостаточно много сил, чтобы растопить снег, поэтому мы решили помочь немножечко и сделать вот такой жаркий, горячий африканский проект. Мария Волгина – прекрасная сургутская художница. Эта выставка является ее первой персональной, и нам очень отрадно, что она проходит именно у нас в культурном центре «Порт». Посетить выставку можно со среды по воскресенье. Культурный центр «Порт» находится на Майской, 10. Двери его открыты с полудня до 8 вечера. Кстати, в рамках африканского проекта будут проходить мастер-классы по его мотивам. Записаться можно по номеру, который вы видите на экранах. Юлия Бабенышева, Сергей Коликов, Сургут Интерновости.